Что сказать? Что сказать бывает? Так, шо? ХЛ или СД? Как хотите. Фан. Все, go. Просто фан, по фану даже ХЛ-ку сыграть. Чоп. Аркаш, надеюсь, ты будешь уделять меньше времени сосредоточиться на игре. Я, если честно, мне пофиг. Чисто по фану для подписчиков можно так сыграть. Так, хз. Не, я на вокере не пойду. По какой смысл? Что-нибудь по-прикольному надо взять. Меня не контрит. А у меня нет задержки на стрим. Да и пофиг. Пофиг, тут как бы. Фанчик. Спасибо за подписку. Запарил этот Хейл. Ну, не знаю, Хейл это интересный мод. Хейл это интересный мод. Булочник сыграет. Че у нас там по пику есть? Ой, да, я сейчас... Так, Спектра, че там? Спектруня есть. Ну, они сейчас пикают. Мы взяли, у них третий пик. Не знаю, мне комфортнее играть на самом деле вот такой мод, потому что это реально, ну, по-прикольному. Найкса взяли. Да хошь, бери. Да хошь, бери. Ти-три-ти-ти. Почему ты кикнул 9-10 из-за стат? Я убрал, я одного донатера закинул и одного нормального пацана поставил там, чтоб, ну, был баланс какой-то. Чтоб был какой-то баланс, чисто. По фану. А чё такого? Чё такого? 5x5, стример против стримера. Да, но тут только мои подписчики, я не знаю, это честно такое. На самом деле. Тысячи лет я томился во тьме, дядя Женя. Спасибо. Спасибо, дядя Женя, за поддержку, так сказать. Фанчик фанчиком. Фанчик фанчиком. Go, Мариту. Insufficient gold. Фудскер ганг. Мариту. Но Марита на самом деле такое. Там magic damage, много мэджика. Противно будет. Противно будет. Шо, булка куда? На мидлейн пойдет? Все, пусть идет. Все, Янис. Дядя Женя замотивировал на победу. Да дядя Женя всегда мотивирует на победу. Я не знаю, гоу на ботом линию. По фану. Там, на самом деле, там слардар, там хороший слардар будет, и Найкс будет под амплификацией хорошо резать. Не знаю, мне, честно, в интерес, рили. До БКБ, да тут, в принципе, да, тут вот есть неприятный персонаж, который будут перекрывать. Страшно, врубай. Сейчас будет интереснее, чем бой Хабиба и Гейдж. Да не, это ж чисто по фану. Вы так, блин, просто все реагируете. О, там все, там страшно, там, знаете, так честно. Да, боже. Не, да мы там и по фану. 1-2. Чё ты так это? Go. Ох уж этот дядя Женя. Вот это да. Привет, Шухрат. Привет. Ассалам, Шухрат.
Такое ощущение, будто я сам играю. Во славу кому-то там. Спасибо за подписку. It is done. Не знаю, мне так честно это. По фану. Пик слабоват. Ну там инвокер метовый, они в любом случае в лейтгейме растащат нас. Привет, Стрельтамак. Валейкум ассалам, бро. Дача всем, бро, интересно, ваши игры с Азой. Привет, передай команду Ази. Азику салам, да, ну не так, в принципе. Да там все мои подписчики, ну как мои. Я два нормальных пацана им дал, ему. И вот единственное, за седьмой слот я не уверен. А так там более чем нормальный. Да, next я могу с подписчиками там сыграть. Вообще, типа, как бы, ну, не парюсь. С малолетками играть? Ну, не знаю. Сыграй на Рике, я уже на мартретке стою, он говорит, сыграй на Рике. Осудительно. Гое. Гоуа. Конор СФ в подход, походку забрал. Понимаю. Нормально. Все равно удачи. Спасибо, бро. А мы честно, я честно не фарюсь. Не парюсь, в принципе. По фаночку сыграть. У меня тут два дракона на линии. Лордар блочит крипов. Мы не встречаем. Спасибо за подписку. Тут линия улетит. Спасибо за подписку. Тут линия чисто улетит по-жесткому. Потому что крипов засуицидили. Надо отводить. Спасибо за подписку. От души. Не мешай. Не по-цински поступил, взял и кикнул 9 слот. Кайрчи, отписка, сори, бро. Давай, братан. Даже реагировать не буду никак, абсолютно. Я хотел, чтобы шансы равные были. Вот это хреново, что экспу дали, потому что деда не встретили. Не знаю, я еще думал, идти встречать или нет. Ну, я там шансы равные даю. А конопля, он такой был. Он такой и был. Он бывал, он уже не первый раз подписывается, держи в курсе. Типа ведет себя, не знаю, как кто. Hell или SD? Hell это экстра лига. Вай на миде сфидели. Булочнику. Феникс у меня стоит зачем? Спасибо за подписку. Не понимаю зачем, правда. Докину даггер. Хорошо. Эх, я сейчас все, в размену иду, что ли? О, боже. Я умер. Молодцы. Ну, забирайте, чё. Лазер, лазер, лазер. Боже. Это смешно. Да, смешно.
На топе full free. Но Феникс стоит тут, что я сделаю? Я пишу ему, уйди отсюда, типа, иди на другую линию. Он, типа, Найкс там фармит. Он не уходит, что мне сделать? Пусть стоит. Пусть стоит уже, что делать? Не хочет он уходить. Я тут сфидил, держи в курсе. У нас тут один с лорда ровнит. С хункой. Пусть овнит. Хорошо. Сейчас играем по правилам, так сказать, 83-й карте, тупо стоять фармить без файтингов. Мне вверх, да, тебе вверх. Спасибо за подписку. Пусть тут стоит... Спасибо за подписку. Пусть тут стоит спокойно Винтер со мной. Мы будем спокойно тут стоять и не париться. А может, правда, кунка со слардаром нагнетать по-страшному. Ну да, вот так вот примерно. Но я тут не умру никак. Я тут никак не умру. Ух ты. Заберем. Ой, ты прям блокует. Дай кормушку. Ура! Вилли. Здорово, я. Надо ману восполнить. Ману восполним. Побежим драться. Хорошо. Хорошо. Давай пробежимся. Я думал, вы типа мид выиграете Mortar vs Nykz. Но это такое. Так, ну я на руну отошел. Валентин решил подкормить немножко. Получится подкормить? Да, получится. Так сказать, подкормил. Подкормил. Чё там, стик? Если надо выйти, экспу теряю, страшно. БФ у меня фарма, нету особо такого. Нужно файтиться. Файты должны быть удачны, чтобы какие-то айтемы выфармливать. Типа тут втроем они, хз. Прям блочат. Я тут ничем ему не помогу. Тут фит. У меня даже шестого нет. Пока что. Крипа залез. Хорош. Хорош. Так, где моя айтема? Хорошо. Найк, кстати, на этой карте очень сильный. Хорошо. Да, ты сегодня в инсте прочитал это, да? Жизнь треугольника, а мы в ней. Понимаю. Классные цитаты. Биротон. У меня линия всегда запушена. Ладно. Уф, ты шо так?
А будем убивать, интересно. Ой, какой крит. Похороночка. Го-го-го, вижен давайте, вижен давайте, я убью. На мне, блин, спейл некомфортно. Сейчас импейл будет. Зря, мне кажется, ты забрал. Ничего страшного. Ладно. Женя бустует. Я же был недавно в курсе про Найкса. Да, ну Найкс реально очень сильный персонаж на этой карте, тут безусловно. Там все шансы есть выиграть. Я типа вообще, ну, не фармлю, ничего тут особо не делаю. Просто слабо, так сказать, стою. Пацаны мощно плеют. Хорошо, гоу далее. Отлично. Хорошо. Ну и скриты. Че, все на миде, что ли? Да? О, надо ТП сделать. Гоу. А, не, курим. Пока курим. Ну, армлет будет делать. Армлет есть уже там. В принципе. Корабль, да, там корабль есть. Корабль, там минус весь дэмэдж. Корабль надо будет первым резать. Мне хотя бы домик надо. Тут медленный буст, у меня медленный файт, и потому что тут типа проблема в том, что я без левела особо. Файтинги. Гоу, я бегу. Гоу, я побайчу его. Хорошо. Интересно, но у него ульт есть, скорее всего. Задушили вместе, но ценой тавера. Я мог под санстрайком сдохнуть еще. Я что-то вообще обнаглел. Найкс мощно грызет, на самом деле. Это такой герой, который прям, если вгрызется, будет очень больно. У кого сейчас домик будет, ему не крипом пользоваться. Тут Феникс, если бы не подошел, я бы, скорее всего, подох бы. Хорошо. Там маска есть, да, гоу, домик. Щиток продам. Хен, зачем манс, когда лесных крипов фармишь? Не знаю, это привычка. Вдруг хук там какой-нибудь от пуджа. Как на хускаре сыграл? Изи. Изи, хорошо на хуске сыграли. То есть стрим интереснее, чем у вас, закомментируешь каждый файт. Спасибо. Спасибо, Капони Джан. Это ты чисто так. Ctrl-C, Ctrl-V сработано, да? Найс. Они там в пятером собрались, да? Кого масочку мне, плиз. Го-го-го. Хорошо, следующий. Отлично. Собрали, так сказать, ферму. И можно вот сюда сейчас как-то сыграть. Надо там... Надо пацанов перекрывать. Гоу. Гоу-гоу-гоу. Гоу-гоу-гоу. Под Слардаром будут играть. Вместе убежали.
Хорошо, клепнул. Отлично. Вроде что-то получилось. Там мой хил еще лежит. Отлично. Он грызет по-страшному просто. Ой, глобалки. На мужика. А, ну тут конечная просто. Хорошо. Стрик сбили. Души, души. Ах, фурболга забрал. Хорошо. Но файтинг у нас очень сильный сейчас. Конечно, потом просаживаться будем очень сильно. Найк жирный, да. Тиммейты забирают киллы. Ну, есть такое, все на нервах сидят. По товарам надо. Надо по товарам. Но это фраг. Чпоньк. Найкс, конечно, страшно грызет. Это мама не горюй. Просто. Гоу. Ну, у меня еще промах не докачан, в принципе. Это бан. Це бан. Ну, типа это... Как никнейм? Меня не контрит. Но это честно, этот чел постоянно там пишет push safe, а берет и ливает. Мне, типа хз, они без мидера остаются. Они остаются без мидлейна, но тем не менее, у них сейчас пойдет буст айтемов, и они раньше в late game будут выходить. Типа с одной стороны, то, это то, что им нужно, а с другой стороны, вокер, ну так некрасиво, это бан. Просто я даже пожизненный бан даю. Чел просто берет и ливает. Это вообще трэш. Красавчик. В кавычках. Чтоб не подумали, что там какая-то подстава, реально. Старался. Да-да, ну это так. Блин, я не знаю, тут даже просто без комментов. Колтавр заберем. Там баш нужен. Ваш БКБ. Надо крипа в лесу взять. Тавр забрать и крипа взять. Они даже вчетвером могут изи выиграть. Там сейчас лордар, дагер. Успеет. Меня могут тут загрызть просто. Баш. Гоу. Хорошо. Тут радиант строго. Всю игру молчит. Ну, я пытаюсь как-то, не знаю, у меня всегда было такое, что я пытался комментить катки. Ну, так не... Только реально интереснее как-то, когда ты смотришь, комментируешь файт, выделяешь какие-то ошибки. Меня сейчас очень сильно задизморалил инвокер. Очень сильно, ребят, так никогда не делайте. Если зашли в игру, играйте до последнего. Типа, ну реально, тем более позвали человека, который играет тупо топ-ТБшки, плюс... достаточно большое количество подписчиков, типа, ну, неуважительно, как минимум. Это бан. Просто. Это просто бан. Цебан. Цебан. Заберут там. Сами заберете. Должны забирать.
Цебан. Он, наверное, на крипах тут. А, не. А, понял. Вурма забрали, да. Хорошо. Там даггер есть. Так вот тавер он уйдет в любом случае. Эх. И душите волка. Да. Но типа насчет слотов, слоты просят много людей, типа, блин, а возможности всем, но нету, ребят, дать. Слот. Ну серьезно. То есть вас очень много, а, блин, слот просят все. То есть понимаете, тоже как бы, ну, дело такое. Дело тоже такое, порваться тут, ну никак. Очень много кто хочет слот. Сейчас будет говорить, что 85-й. Да нет, не в этом дело. Да, инвокер подставил. Инвокер подставил. Это что, это как это называется? Он просто берет и выходит, просто потом начнут говорить, что я это все сделал. Типа, если вдруг мы выиграем, типа, ну... Это бред. Зачем так делать? Это типа рофлы какие-то. Там стараются убирать этих хейтеров. Ну реально, я... То есть я тут, блин, ну... Я не знаю. Мне реально некомфортно с этой темой. Ну типа я изи могу сейчас ливнуть, типа, если реально. Если все подумали, что я там что-то как-то намутил. Нет, типа, ну этому инвокеру я бан дал. Типа это не дело. Так не делается. Нужно играть по-честному. Не, я не хейчу, это просто фан игра. Прям все так начнут сейчас относиться к этому, что я хз. А мне топорик надо в утиль. Ребят, волка дамбом. Хорош там подсейвы 2-иксовые. Вот сюда. Отлично, баш вылетел. О, еще раз баш, да что за везение? Лол. Это какой-то трэш. Ну, я не скажу, что слабее намного. Там кунка вот под вопросом. Там 9 и 10 слоты более-менее. Но 9 слот что-то не оправдал. Хотя на слардаре вроде все имеет. У меня просто тут феникс в команде, который задрачивает только феникса и два саппорта. Типа в этом только проблема. Сейчас азик своих подберет, типа там они изи раскатают, потому что типа, ну это такое. Это даже не игра, можно сказать. Это... Крипа залез в моего. Жесть. БКБ не буду жать, тут пацаны на подходах.
дебилизм, если честно. Курса очень сильно контрит, он рейдж жмет, типа просто в рейдж поставил и все. Сейчас просто попросим, он своих приведет, это... Я даже не знаю, честно. Да, только, ну, я согласен, то, что... Безусловно, тут как-то так. А заговорить, зачем я согласие дал на своих читаниях? Да, типа... Я его понимаю, просто тут вот этот чудик. Я не знаю, зачем, типа, ну... Он так сделал. Мне реально сейчас некомфортно в этом плане, что хз. Похороночка. Найкс там. В трон выходит, армлетит. Армлетит стоит. Ну я не знаю, это честно. Он говорит насчет топ-ТБ, тут, конечно, да. Насчет топ-ТБ, это, конечно, да, безусловно. Но я не хочу топ-ТБ идти, потому что там играют именно... Я по времени именно не вывезу там играть. Тупо потому, что там нужно очень много времени. Там нужно очень много времени для того, чтобы, ну, плеить, так сказать, я хз. Я хз, ребят. А так тут какой-то, если честно... Ну, дебильная игра получилась, не знаю, я не думал. Я думал, будет что-то поинтереснее, потому что там вроде нормальные были игроки. Просто не хочу, чтобы потом негатив был. Да, просто я... Аркаша, здорово. Заехал домой на обед. Хочу сыграть катку одну. Если будешь еще играть, то я зайду. Если нет, то сам сыграю. Всего доброго.